Гданьский мост. Очень редко езжу этим мостом. И вот не преминул оказии, как говорится, немножко о нем рассказать. Был он построен, считается, в 1957 по 59-е года при ПРЛ. Мост двухуровневый, то есть длина его где-то 406,5 метров. Внизу трамвайная линия, по которой я ездил туда и с поворотом, а вверху четырехполосная автомобильная дорога с пешеходными тротуарными дорожками. Я последний раз, кажется, ехал по ней, когда сдавал на права язды, ну, на водительские права в 2000-м, кажется, или в 2001-м году. С тех пор, хотя это не так далеко, мне не приходилось ездить по верхней части. Ну, а по нижней части, вот вы увидите. Еще такая вещь, что как бы о том было трудно найти какие-либо данные, но мост, вероятно, существовал и до этого времени, а разрушенный в течение 20-го столетия, особенно в период последней Второй мировой войны, на его месте был и построен теперешний. А раньше кое-какие отрывочные данные есть, что еще в царское время, в 1875 году, здесь был какое-то сооружение типа моста, ну, в общем-то, для военных целей, так как с другой стороны. С другой стороны Висла находилась крепость, построенная для нужд российской армии. Thank you.
Понятно.